пришла, дошла, дорогу вот протурила до теплицы, чтобы проверить. У меня здесь вот так вот забор у нас двухметровый, по-моему. Вот так все заметено. Тут не знаю как. Вот так вот все. То есть вот высота, ну, примерно вот так. Ну вот в основном. Где-то наметает еще больше. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас там. Все откроется, откроется. У меня тут гортензии мои зимой. Посмотрим. Вот. Сидят, спят. Хочу малышей посмотреть. Вот. Эти спят спокойненько. Тут снежок у них. Эти вот все. Ну, спят. Малыши. Тут вот у меня крупный лист, но не знаю. Это вот. Совсем это вот роза моя. Она же такая нормально выглядит. Вот малыши мои. Даже интересно посмотреть. Ну, тут все замерзшее. Не знаю, что. Ну, почка какая-нибудь все равно, мне кажется, сохранится. Здесь вот тоже малыши у меня прикопанные. Мама была. Снег бросала. Вот. Даже... Такие даже, ну, в общем, подмороженные, но такие даже, видите, не облетают. Прикольно. Я думаю, конечно, тут похуже обстоят дела. Переживаю за них. Боюсь, конечно. Вот у меня тут бонфайр. Видите? Ну, вроде так. Вот от листочков вот эти вот посмотрим. Немножко я хочу открыть, покидать снега и открыть немножко, чтобы вот эти, ну, вроде так все нормально. Будем надеяться, что все нормально. Так что так вот они. Там, ну, замерзшая, ну, вот это вот, замерзшая, влажненькая, в принципе, вот, видите, вот она, ну, такая, примерзшая, вот видите, не выдираются, примерзли, тут вот, примерзли, так что, сидят, в общем.